Здравствуйте, с вами Анна, администратор сайта Винтерфору, и сегодня я продолжу рассказывать о том, как из простых продуктов приготовить вкусные блюда. Блюда из морских продуктов. Раки в укропном соусе. Перед вами на фотографии, и сейчас расскажу о том, как их приготовить. Возьмите 24 живых речных рака, 1 пучок пряной зелени для супа, 10 грамм тмина, половину салатного огурца, 2 луковицы, лук шалота, 50 грамм сливочного масла, 100 мл взбитых сливок, 400 ложки бульона от раков, 50 грамм сливочного масла. Приготовление блюда. Раки промыть в холодной проточной воде щеткой. Зелень очистить, вымыть, нарезать крупными кусками, положить кипящую соленую воду, туда же положить раков и тмин, варить 10 минут. Раков вынуть, бульон не выливать. Огурец вымыть, вырезать из него маленькие шарики и потушить их в небольшом количестве соленой воды, примерно 5 минут. Две луковицы очистить, нарезать мелкими кубиками. Сливочное масло растопить, тушить в этом масле лук, пока он не станет прозрачным. Прилить сливки, бульон от раков, все вскипятить, прибавить укроп, приправить солью, перцем, туда же положить 50 грамм сливочного масла в виде мелких кусков. Шейки раков отделить от панциря и положить в соус вместе с шариками, вырезанными из огурцов. Соленое фоле с укропным соусом. Возьмите одну готовую к приготовлению озерную форель, 2-3 пучка крупного нарезанного укропа, 2 столовых ложки крупной соли, 1 столовую ложку сахара, 1-2 столовых ложки перца, 4 столовых ложки острой горчицы, 1 чайную ложку горчичного порошка, 3 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки яблочного уксуса, 5 столовых ложек растительного масла и 3 столовых ложки измельченного укропа. Приготовление. Форель промыть, промокнуть полотенцем, разрезать вдоль на две половинки, удалить позвоночник, выбрать кости, пынку форели, положить кожу вниз к миску, сверху посыпать укропом, солью, сахаром, перцем, сверху положить вторую пынку рыбы, кожу вверх, накрыть ее фольгой, на фольгу положить дозу большого размера, чтобы рыба, больше чем рыба, поставить груз надо распределить равномерно. Миску сварить на 2-3 дня, поставить в холодильник. Время от времени форель поливать рассолом, который накапывается на дне миски. Соленую форель вынуть из рассола, промокнуть полотенцем, снять рыбу с кожи. Филе нарезать ломтиками и разложить на блюде. Теперь будем готовить укропный соус. Для этого возьмите горчицу, 4 столовых ложки горчицы острой, перемешайте с 1 чайной ложкой горчичного порошка, 3 ложками сахара, 2 столовыми ложками яблочного уксуса, взбейте венчиком. Не прекращая взбивание, прибавьте небольшими порциями 5 столовых ложек растительного масла. Добавьте 3 столовые ложки измельченного укропа, перемешайте. Подайте соус к рыбе. С вами была Анна, администратор сайта Винтерфору. До свидания, до новых встреч!